Вы знаете, где находится штаб-квартира СОДА? Штаб-квартира кого? Чья штаб-квартира? Здравствуйте. Вам известно что-нибудь о штаб-квартире СОДА? Кто за СОДА, блядь? Нет, не понял. Какого СОДА? Есть еще? Вы бы хотели стать частью СОДА? Последний раз повторяю, где штаб-квартира СОДА. Это произошло 21 декабря 2021 года. Вот такая красивая дата получается. 21.12.21. Вот на юльских праздниках, на день солнцестояния. Тогда еще очень сильно парился по поводу своего портфолио. Прям что-то около до изнеможения находил это все. Когда моя лучшая подруга написала по поводу самого дня, но расписала про его значимость, а про то, как она за гейтки была энергией всякими благовониями, очистила всю комнату свою. Вот, и посоветовал то же самое проделать, но, увы, я этого не сделал, что, конечно, очень стыдно мне. Вот, и мне сказали, что число только 29-м все нормализуется, я тогда даже понятия не имел, каким образом это произойдет, но в ту же ночь, прям, после ряда странных снов, я вышел из тела. Как вчера помню детально всего происходящего, мне кажется, это очень значимое происшествие. Вот в этом астральном состоянии я, получается, взял картину и мозаику и сделал из него некое подобие типа стража.
Вот я вселил в него частичку себя, вот, на следующее утро как рукой сняло, и все стало типа на круги своя. И вот поэтому я назвал картину «Я на ночь 21 декабря». Вот такой вот бэкграунд за картиной стоит. Когда в Казахстане происходили январские события, я тогда еще толком не понимал, что происходит. В городе все говорили про митинг, но не думал я, в общем, что это так всплыхнет. Мы с моим отчимом еще тогда думали, что, мол, второй Майдан намечается, что ли. Он сам с Украины просто, и вот когда перевернули все, довольно быстро так успокоилось. Чего еще больше не по себе, и больше вопросов возникло ко всему окружающему нашему. И к тому же стрельбе по гражданским лицам, бесчеловеческая мясорубка какая-то. Конечно, комендантский час, все дела, но думаю, не стоит упоминать все самые случаи. И вот, поэтому думаю, что это было, наверное, неким долгом, да. Это все изъяснить в таком виде для меня. Вот, да и сами стали жертвами обстоятельств. Вот, самим довелось убегать от террористов, так называемых. Вот. Это называется «Паридоли». Это зрительная иллюзия фантастического содержания. И тут соль в том, что расставляешь предметы так, как хочешь. Ну, можешь в хаотичном порядке, можешь нет, так, чтобы это в отражении у тебя, типа, выдавало целостный образ. Конечно, можно не обязательно в отражении, но я разбросал вещи так, чтобы в отражении у меня выдавало вот такую вот фигуру, которую я нарисовал.